Всем добрый день. Кто уже здесь? Рада вас видеть. Сейчас проверим наши настроечки всякие. Прошу вас поставить единичку, если меня хорошо слышно. То есть ли звук? Отлично. Со звуком все нормально. Всем видно. Очень рада вас здесь всех видеть. Сейчас мы подождем опаздывающих немножечко, минут 5. И потом будем начинать. Пока расскажу вам про... Напомню, конечно, тут народ весь опытный. На вебинарах наших уже был. Но если вдруг кто-то первый раз, расскажу о нашем функционале. Значит, у нас есть общий чат, в которой мы, как правило, пишем вопросы, касающиеся каких-то организационных моментов или там, допустим, какие-то технические проблемы возникли, вдруг звук пропал или еще что-то. Вот, и наши специалисты будут оперативно пытаться эти вопросы решить, если они вдруг такие возникнут. Дальше у нас есть в чате графа «Вопросы» с правой стороны. Вот туда желательно писать вопросы, которые возникают у вас по теме вебинара самого. Да? Допустим, что-то непонятно или что-то хочется еще озвучить по данной теме. Вот она у меня, вот эта вот графа, мигает, когда там новый вопрос появляется. И я по мере, так сказать, возможности буду на него отвечать. Если, естественно, ответ на этот вопрос предполагается и так в ходе вебинара, ну, соответственно, сразу на него не буду отвечать, отвечу как положено. Что у нас есть еще здесь из функционала? Вы можете скачать эту презентацию в виде PDF-файла. Для этого у нас внизу есть такая тоже окошечко, из которого можно скачать ее. Если вдруг что-то там не будет скачиваться и так далее, можно всегда написать нам в поддержку. В конце вебинара будет еще раз email наших администраторов, которые помогут и вышлют на e-mail, если нужно, да, если вдруг не скачалось там с телефона или еще что-то. Вот, то есть все это мы сделаем. Кому нужен после прослушивания вебинара именной сертификат, тоже можно писать нам в поддержку, и мы вам его вышлем почтой. Так, ну что у нас еще интересного такого из функционала? Сейчас еще минуточки 3-4 подождем. Кто у нас еще не успел добежать вовремя, но очень хотел. И будем начинать. Сегодня у нас такая творческая, можно сказать, тематика про процедуры, которые можно запланировать на осень, да, про то, как бороться с проблемами, которые возникли после лета, после жары, после солнца, кому оно досталось этим летом. Вот. Я тоже очень рада вас видеть. Наталья и всех остальных тоже. Вот у нас, ну, в конце проанонсирую еще раз, но сейчас могу тоже сказать, что у нас начинается новый цикл очных семинаров. Кто имеет возможность, находится в Москве или бывает в Москве, да, у нас будет раз в месяц как минимум проходить очный семинар с разбором какой-то определенной методики. Вот в сентябре я запланировала давно обещанную всем микротоковую терапию. Подробно как бы об этой методике рассказать, показать, как применять косметику нашу в ней, как вообще ее правильно делать, да, схемы буду давать и все такое. Так что, если есть возможность, приходите, будет это бесплатно, и будет это с 11 до 3-4 приблизительно 21 сентября. Ну, еще, если не забуду, в конце вебинара напомню еще разочек. У нас, естественно, в разделе обучения вся вот эта информация есть, какие у нас планируются вебинары, семинары. Дальше там в октябре буду, наверное, гальванику представлять, что можно делать при помощи гальванического тока, и дезинкрустацию гальваническую, и, соответственно, собственно, ионофорез. Вот. Ну и так далее будем по мере, с течением времени, да, каждый месяц пытаться охватить какую-то тему. Будем повторять, может быть, какие-то темы. Естественно, будут обзорные семинары у нас по нашей косметике очные. Так что приходите. Вот, приветствую свежеприсоединившихся.
Так, ну нам, в общем, наверное, пора начинать, потому что кто добежит, ну, в процессе, так сказать, включится в работу. Итак, сегодня у нас 15 сентября 2016 года, и сегодня мы поговорим на нашем вебинаре о реабилитации кожи после сезона, проведенного под активным солнцем, как правило, да, кому повезло с отпуском. Вот. И, соответственно, мы будем обсуждать, какие процедуры оптимально запланировать на осенне-зимний период, потому что летом не все было можно всем делать. И, естественно, в подробностях расскажем, как достичь оптимального эффекта, применяя нашу косметику Гельтек, как подобрать домашний уход, который будет пролонгировать действие процедур, которых мы сделали пациенту в кабинете. То есть вот такая у нас, в общем, творческая тема. Значит, начнем мы с того, какие же, собственно, самые распространенные проблемы кожи после жаркого сезона у нас возникают. Прежде всего, это обезвоженность. Обезвоженность у нас, как правило, присутствует всегда в той или иной мере, да, не все следят за кожей правильно, кто-то подвергает кожу каким-то агрессивным воздействиям, как то ультрафиолет. Ну, а в зимний период, к сожалению, это центральное отопление и отопление в автомобилях тоже очень способствует тому, чтобы кожа наша теряла влагу. Поэтому борьба с обезвоженностью – это фактически круглогодичная проблема, с которой приходится бороться. Вот. Но после летнего сезона она, как правило, довольно-таки жестко стоит. Следующая проблема – это гиперпигментация. Гиперпигментация, к сожалению, такая вещь, с которой бороться очень сложно и долго. И бывает она разная по, так сказать, глубине залегания пигмента. Ну, в общем, определить глубину залегания не так сложно при помощи лампы Вуда, но борьба, соответственно, будет разная. То есть поверхностное залегание, то есть на уровне эпидермиса, это все-таки можно решить, не прибегая к каким-то жестким методам. То есть можно работать средствами для поверхностного нанесения, делать пилинги и так далее. Но если же эта пигментация уже нормальная, да, то тут, конечно, только лазер в помощь. То есть здесь уже, как говорится, надо работать уже на глубоком уровне, более агрессивными методами. Значит, актинические морщинки, то есть морщинки, которые возникли вследствие вот действия повреждающего ультрафиолета, тоже после лета очень часто загорелые товарищи, но с новыми морщинами. Обострение акне и всяких акноподобных, да, то есть дерматитов. Это тоже после лета очень часто бывает, несмотря на то, что существует, бытует мнение, что солнышко, ультрафиолет, в общем, как-то помогает, да, в борьбе с ненавистными прыщами. Но, к сожалению, также и провоцирует. Причем жирная кожа становится летом, в жару, естественно, сальность повышается. Соответственно, если у нас, опять-таки, благодаря воздействию ультрафиолета, ну, благодарить его не за что, конечно, но возникает и гиперкератоз, то есть кожа немножечко и утолщается. И огрубить с этим тоже в кабинете у косметолога. Ну, неравномерный тон и рельеф кожи тоже, опять-таки, как следствие и гиперкератоза, и появившейся пигментации, и каких-то участков шелушения, потому что были какие-то солнечные ожоги, допустим. То есть вот это все приводит к тому, что тон становится неравномерным. Купероз точно так же может обостряться в жаркое время, потому что сосуды, естественно, от температуры расширяются. Вот, поэтому те, которые сосудики имели к этому предрасположенность, соответственно, они будут
провоцировать жара, будет купероз. Снижение тургороэластичности кожи, ну, как следствие тоже повреждающего действия и ультрафиолета, в том числе и огрубение кожи. Кожа пытается защититься от солнца, да, соответственно, утолщается эпидермис, и вот эти все проблемы, они как раз летом обостряются. Как же нам, собственно, кожу в норму-то вернуть? Да? Какими путями мы будем с этими всеми проблемами, возникающими, бороться? Как мы будем ликвидировать гиперкератоз? Ну, всем, конечно, уже известны все эти способы, да, но еще раз проговорю, применимо к нашей марке, да, у нас очень много есть вариантов борьбы с гиперкератозом, очень эффективных, хороших. Ну, в первую очередь я могу упомянуть свой один из моих любимейших продуктов фирмы Гельтек, это энзимную пектиновую маску. Дифирамбы ей пою на каждом вебинаре и продолжаю это делать, потому что действительно очень удачный продукт, комбинирует в себе и разрыхляющие компоненты, такие как мочевина, как пектин, и компоненты, которые растворяют вот это вот клейкое вещество, которое соединяет мертвые кератиноциты, которые, от которых кожа должна избавиться. Да? Соответственно, это сам, собственно, энзим папаин, да, фермент. И это 5% молочной кислоты, которая работает и как легкий кератолитик, но в большей степени, конечно, в такой концентрации он работает как увлажняющий агент. То есть молочная кислота – это тот компонент, который входит в натуральный увлажняющий фактор кожи, NMF, да, Natural Moisture Factor, вот, и, соответственно, является родственным коже компонентом и тоже присутствует в энзимной пектиновой маске. Причем маска эта может использоваться различными путями, начиная от классического холодного распаривания, когда мы ее наносим на 15 минут под пленку, либо где еще используют люди вапоризаторы, да, можно и под вапоризатор, если противопоказания, например, купероза человека нет, да, вот ее наносить. Можно, как я люблю обычно делать, делать по ней легкий массаж, потому что мы знаем, что ферменты работают в тепле и во влажной среде более активно, и, соответственно, при помощи массажа, мало того, что мы активизируем кровообращение, осуществляем лимфодренаж механическим путем, да, кроме того, мы активизируем компоненты, в частности, вот фермент папаин, потому что у нас от тепла рук и вообще от массажных движений кожа немножечко нагревается, ну, соответственно, для энзимов это оптимальная среда, где они работают эффективнее. Точно так же можно использовать при, допустим, проведении каких-либо процедур антиэйдж, увлажняющих и так далее. Это средство использовать как предуход, то есть предварительный уход, который осуществляет борьбу, опять-таки, с гиперкератозом, да, отшелушивает верхний слой, который мешает последующему проникновению активных ингредиентов из других всяких средств, да, которые мы будем потом вводить аппаратными методиками или безаппаратные какие-то процедуры проводить. Вот, соответственно, мы всегда должны сделать какой-то предуход, какое-то глубокое очищение кожи. Но вот энзимная пектиновая маска – это, конечно, замечательный совершенно препарат для этого. Кроме того, у нас, все помнят, есть старый добрый гель для дезинкрустации, лосьон, который мы можем делать тоже холодное гидрирование на основе геля. Можем потом произвести ультразвуковую чистку, да, то есть скрабером поработать. Соответственно, ультразвуковой пилинг мы можем сделать. Также мы можем использовать гель для дезинкрустации и лосьон для гальванической дезинкрустации. То есть, когда мы гальваническую дезинкрустацию чаще всего выбираем, когда у нас, как правило, молодая такая кожа с плотными тугими порами, и очень тяжело это кожное сало оттуда, в общем, извлечь каким-то образом. Тогда гальваника работает хорошо за счет того, что вот эта реакция омыления жиров, она происходит в достаточно глубоком уровне, и у нас поры немножечко расширяются, выходит оттуда кожное сало, омыляется, и мы его можем с кожи удалить.
Вот. Кроме того, у нас есть для клиентов с гиперчувствительной кожей, которые могут среагировать на молочную кислоту в энзимной маске, или которым нужен просто предуход, но не нужно полноценное гидрирование под с гидрирующим гелем, да, допустим, с нашим инкрустирующим, можно взять пектиновый гель. Пектин – это тоже очень хороший разрыхляющий компонент, который имеет кислый pH, тем более. Вот. И кроме того, в пектиновом геле содержится соли озера Островного, которые тоже обладают таким тоже разрыхляющим, рассасывающим действием. Поэтому пектиновый гель под пленочку – это выход, если клиент не переносит энзимную пектиновую маску, к сожалению. Вот. Ну, кроме того, существуют еще, конечно, мягкие скрабы, которые иногда используются тоже для отшелушивания предварительного перед какими-то основными процедурами. Но сразу хочу, как обычно, вас предупредить, что если вы используете скрабы, то там ни в коем случае не должно быть косточек. Да? То есть это не должны быть косточковые скрабы. Это может быть либо частицы воска жожоба, либо микрогранулы полиэтилена, которые имеют идеально круглую форму и не травмируют сильно кожу. Вот. Вот что мы можем сделать, как правило, если мы хотим побороться с гиперкератозом. И то, что мы должны делать, в общем, фактически перед каждой процедурой, да, которую мы планируем. Дальше мы увлажняем кожу, да, боремся с обезвоживанием. Что мы для этого можем применить? Ну, из неинвазивных процедур, естественно, все возможные форезы. Ну, самый такой основной увлажняющий компонент – это гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота, на всякий случай, я напомню, у нас присутствует в трех видах. По величине молекулы отличается высокомолекулярная гиалуроновая кислота, которая задача которой поверхностное увлажнение, то есть она никуда не проникает, но она предотвращает трансэпидермальную потерю воды. Это очень важно. Есть низкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая при помощи аппаратных методик, либо если кожа уж очень повреждена, очень пересушена, она бывает, что может способна впитываться и сама, потому что эпидермальный барьер, вот эта гидролипидная пленочка, сильно повреждена, и окно проводимости кожи увеличивается. Но, как правило, все-таки низкомолекулярную гиалуроновую кислоту мы чаще вводим аппаратными методиками. Вот. Но частично она, да, способна проникать сама вот, в кожу. И, соответственно, самая маленькая молекула, да, точнее, это даже не молекула, а обрывочки цепи гиалуроновой кислоты, это у нас ультрамолекулярная гиалуроновая кислота или гиалуроновая кислота со сверхмалой длиной цепи, как ее называют. То есть это ферментированная молекула, которая всего лишь имеет молекулярный вес 5 килодальтон, сама проникает через эпидермальный барьер, и, соответственно, средство, которое ее содержит, а теперь у нас уже их два, у нас вышла новинка, сыворотка, покажу даже, если будет видно, сыворотка 3D-увлажнение. У нас вышла, которая содержит три вида гиалуроновой кислоты: ультрамолекулярную, низкую и высокомолекулярную. Вот она представлена в виде таких тоже монодоз. Эти монодозы. Мы ее храним как обычный препарат, да, 18 месяцев после открытия. Просто эту крышечку, когда мы отламываем первый раз, мы ее переворачиваем. И там такой штыречек, не знаю, видно, не видно его, наверное, не видно в камеру. Закрываем, и вот это у нас такая упаковка. Очень удобная, кстати, очень удобно и с собой куда-то брать. Вот. Раньше у нас только сыворотка интенсив омоложения, которую я тоже очень люблю, содержала ультрамолекулярную гиалуроновую кислоту, ну, помимо того, еще всякие интересные агенты, как бета-глюкан, например, который стимулирует кожный иммунитет. Это вот в сыворотке интенсив омоложения находится клеточная фитокультура из стволовых клеток яблока, которая очень мощно стимулирует обмен веществ в тканях. Вот, но ее уже все знают хорошо, все пользуются, все прекрасно очень любят этот продукт. И вот наша новинка, вот мы рады очень представить, очень долго мы его вынашивали, так сказать. Вот. И здесь у нас помимо гиалуроновой кислоты во всех видах присутствует такой, можно сказать, инновационный тоже компонент, это пептид дифупарин, который как раз регулирует транспорт влаги в кожу, то есть он участвует в транспорте влаги через аквапариновые каналы, да, то есть белки вот эти вот активизируют. То есть это тоже такой достаточно активный, мощный препарат, который можно использовать и как
сыворотку самостоятельно как активный концентрат под кремы и так далее, и в домашнем уходе в том числе. Также можно в аппаратных процедурах использовать под альгинатные маски, прекрасно идет под коллагеновый лист, под другие маски с элементами окклюзии, допустим, гелевые на основе сухих тканевых, которые я, как правило, там рассказываю, показываю на семинарах, такие вот дешевый коллагеновый лист, как я его называю, вот, то есть подобие, да, получается, по действию очень даже хорошо. То есть вот такие вот теперь у нас два есть интенсивных препарата, которые обеспечивают именно моментальное увлажнение за счет того, что содержит вот эту ультрамолекулярную гиалуроновую кислоту в составе. Кроме того, для интенсивного увлажнения у нас существует маска удовольствия, которая тоже содержит такой интересный компонент акваксиил, состоящий из двух сахаров, глюкозы и ксилита, и тоже обеспечит именно такое быстрое увлажнение. То есть ее можно применять и курсом в кабинетных процедурах, и интенсивным курсом дома, допустим, через день использовать ее, чтобы быстро вернуть кожу в норму. Либо можно профилактически использовать там 1-2 раза в неделю. Но это я еще раз повторю, когда буду говорить о домашнем уходе. По поводу процедур. Очень хороша для ликвидации обезвоженности лазерная биоревитализация, то есть лазерфорез гиалуроновой кислоты, электропорация тоже гиалуроновой кислоты. Используется для этого всегда гель-концентрат 2% наш с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Кроме того, из неинвазивных методик можно делать, как я уже говорила, любые форезы тоже с гиалуроновой кислотой, с другими гелями, там из серии Neo, например, там тоже есть увлажняющие агенты. То есть вариантов много для творчества. Ну и, соответственно, существуют инъекционные методики, это биоревитализация и мезотерапия, которые тоже, в общем, имеют место быть. И для ликвидации обезвоженности, для восстановления кожи тоже можно их использовать, можно комбинировать. Неинвазивными, с инвазивными. Дальше у нас антиэйдж, лифтинг, всякие процедуры, да, которые направлены на борьбу с мимическими, с морщинками, которые вызваны не только мимикой, но и воздействием солнца, с деформационным типом старения, да, с птозом. То есть какие-то определенные должны быть компоненты, которые будут влиять на состояние кожи, да, подтягивать ее. Соответственно, что мы можем использовать? Естественно, это опять-таки аппаратные процедуры. Очень хорошо работают на лифтинг микротоки, вот о которых мы как раз на очном семинаре будем разговаривать в конце сентября, на следующей неделе. Очень хорошо курсом делать лазерную терапию, да, то есть лазерную биоревитализацию. Очень хорошо в конце процедур, от которых требуется именно антиэйдж-эффект, лифтинг-эффект, делать альгинатные маски на активные концентраты. В частности, очень хорошо работает наша сыворотка «Актив лифтинг», которая содержит или политические, и лифтинг-компоненты, которая накладывается на нижнюю треть лица и шею. Вот, на все остальное лицо можно тоже по проблеме положить какую-то сыворотку или лосьон-концентрат «Нео», чтобы активизировать тусклую кожу, да, сделать ее, вернуть ей цвет свежий, да, либо, допустим, если все-таки есть обезвоженность, ту же самую сыворотку 3D увлажнение положить. То есть альгинаты тоже очень хорошо закрепляют эффект, который вы достигли уже на процедуры, используя, допустим, те же самые микротоки, или вы сделали массаж, или классический, или пластический, или хиромассаж, любой, который вы владеете, и после, иначе мы делаем альгинатную маску. Вот. Из препаратов, которые непосредственно воздействуют на морщину, естественно, мы помним про пептид аргирелин, который у нас обладает способностью проникать через эпидермальный барьер и на уровне дермы путем конкурентного ингибирования белков блокировать вот эти вот нервные окончания, да, чтобы мышцы у нас все-таки не так сильно сокращались. Понятно, что здесь эффект, конечно, не такой сильный, да, как вот, допустим, от ботулинотоксина, введенного инъекционно, вот, потому что, конечно, доза не та будет, и это все-таки ботулиноподобный эффект. Но при систематическом применении вот таких препаратов, особенно вот самый мощный у нас по действию сыворотка Миорелакс, еще есть у нас гель с БТА-эффектом,
Можно их применять в паре, потому что у них есть дополняющие компоненты разные. То есть Мирелакс и Артишок – это очень мощный антиоксидант. Вот, соответственно, бета-гель, там уже и гиалуроновая кислота, и другие компоненты, которые делают его полноценным уходовым препаратом, да, то есть под него и сверху него можно ничего не наносить больше. И бета-гель, естественно, так как это текстура геля, он идет под аппаратные методики тоже. Чаще всего его используют. Соответственно, вот средство, содержащее аргирелин, хороший такой вариант, да, для тех, кто не хочет колоть, например, или для тех областей, куда не очень охотно колют ботулина, токсин, да, типа, то есть, куда боятся колоть, или, допустим, не хочет человек вообще этих инъекций, да, то можно использовать вот эти препараты. А также, кто использует ботулинотоксин, вы можете использовать аргирелин-содержащие препараты для того, чтобы пролонгировать действие его. Соответственно, то есть у нас не полгода там будет стоять, там месяцев 5, а будет стоять там 7 месяцев, к примеру. Вот, что касается антиэйдж и так далее, да, что мы можем из препаратов использовать. Соответственно, из процедур еще РФ-лифтинг работает, да, тоже такой выраженный антиэйдж эффект, фотоомоложение, то есть это уже абляционные лазеры тоже могут пойти в дело, да. То есть, ну, я, например, сторонник щадящих методик, да, когда нет особых причин. Да, использовать какие-то методы агрессивные, а лучше обойтись курсом менее агрессивных, физиотерапевтических, то есть родственных человеческому организму процедур. Вот. Дальше у нас борьба с пигментацией, да, происходит. Она у нас происходит с помощью различных пилингов, использования вот этих вот отбеливающих препаратов, которые содержат, допустим, арбутин, коевую кислоту, азелаиновую кислоту и так далее. Да, гидрохинон сейчас в Европе запрещен. Он был, конечно, очень эффективный, но сейчас многие фирмы отказываются от использования гидрохинона. У него много противопоказаний. Вот. И третинаин. Третинаин тоже имеет много противопоказаний. Действительно, один из немногих действительно рабочих препаратов. Да. Но, конечно, ретиноиды, в первую очередь, надо помнить, что имеют тератогенный эффект, поэтому нельзя использовать средства с ретиноидами во время беременности и при планировании ее. Поэтому здесь, конечно, есть вот ограничения. Но существуют поверхностные пилинги, существуют более глубокие пилинги, которые можно использовать. Но, как я уже в самом начале упомянула, зависит, конечно, эффект от глубины залегания пигмента самого. То есть, если эта пигментация эпидермальная, то мы решим ее. Конечно, не за один раз. Борьба с пигментными пятнами, поверхностно даже расположенными, она проистекает порядка 2-3 месяца нам нужно для полной ликвидации. Да? Если мы постепенно, более щадящими методиками это все убираем. Если же это, допустим, человек может себе позволить длительную реабилитацию после того же самого срединного пилинга, да, сейчас все реже и реже, конечно, их делают, потому что клиентки наши, женщины, ведут активный образ жизни, работают на всяких ответственных постах и не могут сидеть там неделю-полторы дома, вот, реабилитировать свою кожу. Им проще более поверхностные делать процедуры, получить тот же эффект, более отсроченный, может быть, срок, время, да, но при этом иметь возможность постоянно работать, вести активный образ жизни. Поэтому, так, что-то у меня тут с компьютера замигал подозрительно. Всем все, если что-то у кого-то пропадает звук, вы об этом пишите. Значит, по поводу отбеливающих процедур. Если мы сочетаем, допустим, те же самые желтые пилинги, которые содержат ретинол, со средствами, которые, допустим, содержат небольшое количество третинаина, это тоже усиливает эффект. Вот. Что мы можем пока предложить от себя, да, к сожалению, отбеливающие линии у нас пока только находятся в разработке, учитывая то, что мы очень серьезно подходим к вопросу разработок, мы не выпускаем продукты на рынок, те, которых мы не уверены в эффекте, да, вот, поэтому
Пока конкретно отбеливающих каких-то мы не можем предложить вариантов, но зато мы можем предложить отличный вариант восстановления после пилингов. У нас есть известный многим гель интенсив регенерация. Фактически это мощная гелевая форма с депантенолом. Вот, соответственно, используем мы его как постпилинговое средство. Он заживляет очень хорошо кожу. Ну, а также, естественно, можем использовать, летом, наверное, многие использовали, после солнечных ожогов, после укусов насекомых тоже он снимает зуд. То есть очень такой хороший препарат, который гораздо мощнее и физиологичнее, например, при лечении каких-то ссадин или ожогов, чем, допустим, масляные формы, пантенол или кремовые. Так что вот про него не стоит забывать. Также к вопросу вот следующему восстановления защитных и репаративных свойств кожи, то есть регенерации, да, кожи, чтобы была лучше, тоже гель интенсив регенерации работает очень хорошо, а также, конечно же, серия Нео. Серия Нео, которая содержит известный многим биофлавоноид дигидрокверцетин, который как раз очень хорошо стимулирует все обменные процессы в коже и в том числе, соответственно, ранозаживляющая функция ее повышается. Что он еще делает такого интересного? Да, серия Нео очень хорошо стимулирует кровообращение, потому что там еще содержится, допустим, в лосьоне концентрате, в геле для сухой нормальной кожи содержится комплекс экстрактов, который входит и арника, и бузина, и огурец, и так далее, и мальва. То есть такие экстракты, которые обладают свойством тонизировать сосуды и тоже стимулировать обмен веществ. Поэтому даже если использовать, например, лосьон концентрат Нео, который я называю четвертым тоником компании Гельтек, ну не только я, и очень любят его многие, несмотря на то, что это активный концентрат, если его использовать в качестве тоника, то мы будем очень быстро возвращать коже свежий цвет лица. Благодаря как раз содержанию дигидрокверцетина и вот этих вот активных экстрактов, арника и так далее. По поводу дигидрокверцетина могу еще сказать, что препараты на основе дигидрокверцетина достаточно известны в медицине. Да, они используются для заживления ран, для заживления атрофических язв. И, соответственно, так как в серии Нео содержится большое количество дигидрокверцетина, то, естественно, помимо активизации тусклой кожи, да, тоничной, вот эту ранозаживляющую составляющую вот этого препарата, надо всегда о ней помнить. Я ее всегда использую, когда, допустим, делаю механические чистки и какие-то были микротравмы. Делаю маску гелевую на основе именно геля, концентрат, геля для сухой нормальной кожи Нео. Кладу толстым слоем на лицо, потом вот эту масочку сухую, тканевую, обычную, спанлейса. После этого я пропитываю лосьонным концентратом Нео эту маску, закрываю полотенцем, и получается такой компресс на 20 минут. И после этого, когда мы ее снимаем, через 20 минут у нас кожа совершенно у пациента без никаких красных пятен, все вот эти вот какие были там, экстрагировала я, допустим, ложкой Уна какую-то пустулу, уже все затянулось. То есть клиент довольный, с чистым личиком отправляется домой. Вот, поэтому вот такое использование серии гелей Серенео, в частности, вот лучше всего работает гель для сухой нормальной кожи, но в принципе для зрелой кожи тоже годится. Об этом тоже надо помнить. Очень хороший вариант его использования. Восстановление кожного иммунитета и предотвращение воспалительных явлений на коже. Это как раз к вопросу о том, когда обостряется акне, допустим, после лета. И мы должны с этим как-то бороться. Но здесь у нас есть хорошо уже наработанные схемы. Естественно, хорошее очищение. Поверхностная гель очищающий, помним, что он у нас щадящий, с кокоглюкозидом, никаких там агрессивных ПАФ нет, ни лаурил, ни лаурет сульфат, очень мне он за это нравится, из глаз можно макияж снимать им, то есть иметь один препарат для всего этого, вместо того, чтобы несколько, да. Соответственно, очищаем,
кожу. Обязательно мы должны убрать гиперкератоз, то есть энзимная пектиновая маска, в частности, нам в помощь здесь очень хорошо и в домашнем уходе, и в кабинетном. Ну и, соответственно, гели, содержащие серу, и которые делают, подкисляют среду на коже. А именно это Дематен, который содержит гиалуроновую кислоту, алоэ вера, который тоже в том числе стимулирует кожный иммунитет, и серу, которую не любят микробы, вызывающие воспаление, то есть пропионобактерии, акне и демодекс. Да? Они очень не любят серу кушать, поэтому препараты с серой тормозят размножение этих микробов. Соответственно, меньше становится воспаление. Как правило, Дематен я рекомендую использовать утром. Можно его под солнцезащитный крем, под тональный даже использовать. Вот. А вечером, после очищения кожи, использовать пектиновый гель. Пектиновый гель у нас подкисляет среду очень хорошо за счет того, что у него кислый pH. И поэтому, так как в кислой среде микробы эти, они, в общем, погибают, как правило, по крайней мере, активно не размножаются. То есть такое бактериостатическое действие кислой среды происходит. Вообще в норме у нас слабокислая среда, pH нормальной кожи от 4,5 до 5,5. Вот, поэтому, если мы будем ее регулярно подкислять, воспаление опять-таки станет меньше. Ну и кожный иммунитет, опять-таки, мы очень хорошо можем восстановить, параллельно борясь с обезвоженностью, используя сыворотку интенсив омоложения. Потому что благодаря содержанию в ней бета-глюкана, который стимулирует эпидермальные макрофаги, то есть клетки Лангенгарса, да, и, соответственно, они кушают всякую заразу, которая на коже присутствует. Вот. Мы опять-таки эндогенные защитные вот эти механизмы стимулируем, восстанавливаем кожный иммунитет, параллельно мы восстанавливаем гидролипидную пленку, потому что у нас, помним, ультрамолекулярная гиалуроновая кислота, высокомолекулярная присутствует в этой сыворотке. И, соответственно, мы боремся таким образом с нескольких сторон, подходя, да, к этому вопросу, с воспалительными явлениями на коже. Вот. Что касается купероза, естественно, многие знают и помнят наш антикуперозный гель. Скромно названный антикуперозный, и я всегда напоминаю о том, что помимо того, что там мощнейший совершенно комплекс находится именно венотоников, то есть вазопротекторов, это троксирутин, все знают, да, троксивазин, гель, который в аптеках продается, да, с троксирутином, в составе это его действующее вещество, как бы коммерческое название троксивазин, троксирутин входит. Это тоже производная флавоноида. Рутина обладает выраженным свойством тонизировать стенку сосудов. Вот. Кроме того, экстракты конского каштана, иглицы, красного винограда, листьев. Да? То есть все те компоненты, которые мы привыкли видеть во всяких средствах, которые предназначены для лечения поверхностного варикоза, например, на конечностях. Вот это все в этом геле присутствует, и прекрасненько его люди используют и для лечения поверхностного варикоза на конечностях. Вот. Ну и мы знаем, что если у нас в препарате есть венотоники, понятно, что они будут работать с сосудами, эндотелий которых еще не потерял способность воспринимать вот эти стимулы к сокращению и расслаблению сосудистой стенки. Естественно, мы, если имеем уже сосуд, который расширился, и его уже стенка настолько истончена, что там рецепторов не осталось, которые воспринимают вот эти импульсы на сокращение и расслабление. Естественно, это уже будут видимые такие сосудистые звездочки, которые мы уже никаким, конечно, поверхностным средством не уберем. Здесь нам в помощь только там, к примеру, неодимовый лазер. Вот, поэтому надо об этом помнить и не удивляться, допустим, если действительно какие-то там уже выраженные явления, да, что мы купим какое-то поверхностное средство и тут же это все уберется. Конечно, нет. Но зато те сосудики, которые еще способны сокращаться, они сократятся, вот эти сосудистые звездочки посветлеют, ну и, соответственно, будет эффект. Ну и, соответственно, профилактика, конечно, для тех сосудов, которые еще пока вообще не стали расширяться, да, которые еще функционируют нормально. Естественно, такие средства, как профилактические, еще работают. И кроме того, естественно, сразу напомню про
комплекс витаминный, который содержится в антикуперозном геле и делает его уже не только препаратом для комплексной терапии купероза, да, явления купероза, а полноценным антиэйдж препаратом, потому что в этом комплексе входит витамин ПП, витамин С и ДМАЭ. Вот, напоминаю об этом тем, кто об этом не знает вдруг. То есть это очень хороший такой компонент, известный многим, диметиламинэтанол, который обеспечивает лифтинг мощный. Вот, и поэтому мы антикуперозный гель можем спокойно использовать во всяких антиэйдж программах, где нам тоже нужен лифтинг. Вот, ну, едем потихонечку дальше. Хочу спросить, не возникли ли на этом этапе какие-то вопросы у вас, может быть, что-то еще поподробнее озвучить. Вот, так что вы вот в графе вопросов не забывайте их задавать. Вот, и я с удовольствием на них отвечу. Значит, какие же мы все-таки методики, да? Напомню, да, мы частично уже рассмотрели какие-то, вот, которые оптимальны именно для проведения в холодный сезон, то есть не имеют они таких вот противопоказаний, как интенсивная инсоляция. Да? То есть летом нам не все можно, либо что-то можно, но очень хорошо защищаясь от солнца. А культура защиты от солнца, к сожалению, у нас в такой несолнечной стране не очень развита. Об этом я всегда сожалею, потому что люди, которые живут в солнечных странах, там, в той же самой Калифорнии, да, вот, они или там в южных странах, да, Израиль, например, израильская косметика известна на весь мир, и пилинги они делают постоянно, у них очень хорошие там они есть во многих марках, и делают они их там круглогодично, потому что у них лет круглый год. Но они очень хорошо пользуются санблоками, кремами с антиоксидантами и санблоками, защищаются механическим путем от солнца, начиная от солнечных очков, кончая широкополыми шляпами и так далее, они помнят об этом. Вот, всегда, поэтому имеют возможность, допустим, делать пилинги летом. У нас народ любит позагорать без всякой защиты, и это плохо, потому что провоцирует фотостарение. Значит, смотрите, что мы делаем холодный период, как правило, да? Поверхностные и, если нужны, срединные химические пилинги. Я уже говорила о том, что срединные и так называемые поверхностно-срединные пилинги, да, более глубокие поверхностные, требуют, как правило, более длительной реабилитации. Чем глубже пилинг проникает, да, чем больше там содержание какой-либо, допустим, кислоты, и чем ниже его pH, тем, соответственно, больше, дольше будет реабилитация после него. Это необходимо помнить. Дальше. Малоинвазивные процедуры. Тоже малотравматичная процедура, но все-таки травматичная, да, поэтому летом она может вызвать какую-нибудь пигментацию под воздействием ультрафиолета, если человек плохо защищается от него. Вот. А в осенне-зимний период вполне можно делать курс той же самой мезорольной терапии. Напомню, на всякий случай, у меня есть вебинар, можно в архиве посмотреть, в котором я подробно рассказываю про мезорольную терапию, но на всякий случай напомню. Все-таки, чтобы вы знали, что сыворотки очень хорошо подходят, наши гельтековские такие активные концентраты наши подходят для мезорольной терапии, но длина иглы не должна превышать 0,5 миллиметра. Потому что это как раз расстояние от поверхности нашей кожи, верхнего слоя, да, эпидермиса до базальной мембраны, а дальше уже идет дерма, и там сосуды. Соответственно, более длинная иголочка, она уже травмирует кожу до такой степени, что может быть уже контакт с кровью, то есть эффект кровяной росы. Соответственно, с такими иглами, которые превышают, то есть больше, чем 0,2-0,3, мы берем уже стерильные препараты для мезотерапии. И уже поверхностные вот эти вот сыворотки всякие мы уже использовать с такими иголочками не будем. Вот. Но об этом можно подробно послушать вот на вебинаре про мезорольную терапию, который у нас в архиве есть, в разделе обучения. Различные виды чисток мы будем проводить тоже осенью. Очень популярная такая процедура. И атравматичные, и совмещенные, комплексные. Да, как правило, один раз начнешь делать атравматично, но что-то там надо подработать уже и ручками, и ложкой уна, и получается комплексное. Но после нормальной чистки
хороший, никогда не будет вида побитого лица, как некоторые боятся, и все это потому, что если ты хорошо, грамотно почистил, то ты не травмируешь кожу в такой степени, что потом остаются следы. Человек должен выйти от тебя с нормальным лицом. Вот это как бы важно. Вот. Но существуют вообще атравматичные чистки, существуют вспомогательные процедуры, ну, наподобие чисток, я бы так назвала. Допустим, когда у вас клиент приходит с достаточно распространенным процессом на лице, да, а вы не можете его, конечно, просто так выгнать, да, из кабинета, вы должны ему чем-то помочь. И тут как раз на помощь приходят именно такие препараты, как, например, энзимные маски. Да? То есть энзимный пилинг – это единственный вообще пилинг, который разрешен. Ну, мало того, что для всех типов кожи, включая гиперчувствительную, но и при распространенном процессе, то есть, допустим, папулопустулезном на лице. Потому что здесь не будет травмирования, здесь просто будет такая постепенная и мягкая борьба с гиперкератозом, соответственно, меньше будет опять-таки воспаление. Но как программу составлять, мы с вами уже упоминали сегодня. Вот, что нужно подкислять среду, препараты серы содержащие добавлять. Вот тогда у нас будет меньше и меньше воспаления. Значит, что мы еще будем делать осенью? Аппаратные процедуры, которые имеют какое-то повреждающее воздействие. Да, мы тоже можем сделать осенью, потому что меньше шансов нам получить хорошую дозу ультрафиолета и гиперпигментацию вследствие нее. Поэтому мы можем как раз лазеротерапию, имеется в виду не низкоинтенсивное воздействие лазерное, а уже абляциональными лазерами, то есть это фракционный термолиз, это фотоомоложение, это микродермабразия, допустим, кто предпочитает ее, да? То есть какие-то вот эти вот процедуры мы можем делать в осенне-зимний период с меньшим риском получить потом пигментацию вместо эффекта обновленной кожи. РФ-лифтинг также можем делать в осенне-зимний период. Можем делать, естественно, все инъекционные процедуры, которые необходимы пациенту, допустим. Соответственно, вот такой вот у нас простор для творчества. Вот. Приведу я несколько таких протоколов по своему обыкновению. Хотя, конечно, я понимаю, что вы уже хорошо ориентируетесь все в нашей марке и тоже можете сами уже спокойно творить и комбинировать средства наши для достижения оптимального эффекта. Они все средства очень эффективны, потому что содержат с ярко выраженным действием компоненты. И, соответственно, если мы какую-то имеем проблему, мы всегда можем подобрать препарат из арсенала косметического гель-тек нашего, вот, чтобы эту проблему решить, или комплекс препаратов. Да, мы помним, что можно наносить их послойно, можно наносить их зонально, то есть очень много вариантов. Тут поступил вопрос. Ага. Светлана спрашивает, гель Демотен при акне вызывает у клиентки постоянные новые высыпания, это нормальное течение препарата или он не подходит данной коже? Но тут, конечно, сложно сказать, надо видеть клиентку и так далее, потому что если она при распространенной форме акне и папулопустулезных высыпаниях использует только гель Демотен и ей никакой больше терапии не проводится, то, конечно, у нее просто ей мало Демотена, то есть нет препарата, который подкисляет среду, нет препаратов, которые назначаются внутрь, да, возможно, у нее не налажена диета, не налажен пищевой режим, возможно, ей нужны какие-то биоактивные добавки, тот же самый цинк и так далее. Ну, то есть это надо уже смотреть, диагностировать самого пациента. Просто если у человека распространенные акне, да, распространенный процесс, и он просто купит один Демотен, он, конечно, будет немножечко тормозить размножение бактерий у него на коже. Но внутренние проблемы, если они существуют, он, конечно, снаружи не решит. Поэтому здесь, наверное, скорее всего, причинно-следственная связь не совсем такая. То есть не Демотен вызывает новое воспаление, а просто вопреки наличию Демотена, да, так как нет, допустим, каких-то других адекватных методов комплексных, да, комплексного подхода в терапии, да, у этой пациентки, возможно, просто ей мало одного Демотена, понятно. Вот, то есть я ответила на ваш вопрос, Светлана. Если какие-то есть еще подробности относительно пациентки, вы напишите, попробуем подумать, что можно сделать.
Пока, значит, мы рассмотрим такой протокол, так как у нас первая проблема была обезвоженность, да, попробуем ее ликвидировать. То есть такой конкретный уже протокол представлю, с использованием как раз нашей новинки. Вот так, что у нас там с вопросом? Да, на вопрос ответила. Хорошо, задавайте еще. Вот, значит, что мы делаем? Да? Поверхностное очищение. Здесь мы выберем гель очищающий, наш любимый. Тоник с гиалуроновой кислотой и эластином. Тоник, если нашими тониками пользовались вы, многие из вас пользовались, то знают, что тоник с гиалуроновой кислотой и эластином, он таким особнячком у нас стоит, потому что это даже не совсем тоник, а такой легкий, очень приятный гель. Но очень-очень легкий, то есть практически жидкость. И он имеет такую немножечко гелеобразную текстуру именно за счет наличия гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота, напомню, у нас европейского производства, очень качественная, биосинтетическая, гипоаллергенная, соответственно, то есть не нативная, которая делается из природных компонентов и которую невозможно очистить от остаточных протеинов и белков, да, потому что делают ее, как правило, из петушиных гребешков. Вот. А биосинтетическая гиалуроновая кислота, которую используем мы, она, естественно, синтезируется в лабораторных условиях. Изначально она чистая, и она не вызывает аллергических реакций. Такая же гиалуроновая кислота используется всеми гигантами, так сказать, индустрии инъекционных препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Основная масса их хороших препаратов – это биосинтетическая гиалуроновая кислота, это надо помнить. Вот. Нативная она дешевле просто, поэтому не очень качественные препараты каких-то непонятных производителей могут, конечно, содержать нативную. Но лучше, конечно, знать, чем вы пользуетесь для себя и в кабинете, и избегать встреч с такой гиалуроновой кислотой. Значит, дальше у нас вторым этапом всегда идет глубокое очищение. О нем мы говорили в начале вебинара. Да, энзимная пектиновая маска, либо остальные препараты, которые для этого предназначены. Смываем ее, наносим на кожу лица, шеи и область декольте гель с 2% низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. И дальше мы можем сделать или ультрафонофорез, то есть ввести ее ультразвуком, либо сделать электрофорез. В случае электрофореза, то есть воздействия гальваническим током, мы будем вводить ее с отрицательного полюса, то есть с катода. После того, как мы аппаратную процедуру провели, прямо на остатки вот этой низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, что там если осталось, да, мы наносим маску акваудовольствия. Маска акваудовольствия наносится не тонким, а средним, ближе к толстому слоем таким, потому что она должна длительное время работать и не впитываться. То есть сверху она образует такую пленочку, а под ней вот эти вот компоненты все находятся на коже. То есть она как бы модулирует, не знаю, как можно сравнить, с гидрогелевым, может быть, такое покрытие. Вот. И после того, как 20 минут время экспозиции вы выдержали, масочку эту смываем. Тонизируем опять кожу тоником с гиалуроновой кислотой и эластином. И наносим сыворотку 3D-увлажнение, которая, как я напомню, уже говорила, содержит все три вида гиалуроновой кислоты, которые мы можем использовать в препаратах. Да, плюс инновационный компонент пептид-дифупарин, который, собственно, регулирует водный транспорт в коже. И легким массажным движением мы это все кожу сбиваем, впитываем и наносим увлажняющий защитный крем. Вот. Ну, в частности, в Гельтеке есть универсальный крем с легкой текстурой эмульсии. Это увлажняющий крем с SPF 15. То есть он содержит SPF 15. Ну, как говорится, все об этом знают. Курс таких процедур мы можем сделать 8 или 10, два раза в неделю для ликвидации обезвоженности. В межпроцедурном уходе, естественно, мы тоже будем использовать интенсивно увлажняющие препараты. Либо мы можем делать такую процедуру в качестве процедуры экспресс, да, то есть единовременно. Вот такой вот протокол номер один. Протокол номер два. Для фотоповрежденной кожи. Поверхностное очищение, естественно, мы точно так же проводим. Тоник мы можем использовать и с гиалуроновой кислотой и эластином, а также с гидролизатом коллагена алоэ вера, который обладает выраженными успокаивающими свойствами. Вот, дальше мы делаем холодное гидрирование.
энзимная пектиновая маска, по ней массажик. Либо, если чувствительная очень кожа и реагирует на молочную кислоту, то есть сильное раздражение идет, не просто покалывание легкое, которое в норме есть при использовании пектиновой маски, а уже такие какие-то покраснения и кожа реагирует, то тогда можем использовать пектиновый гель, либо дезинкрустирующий гель под пленку. Но по ним, естественно, мы массаж уже не делаем, мы просто кладем их под пленку, как и принято при так называемом холодном распаривании. Дальше мы смываем это средство с кожи после экспозиции 15-минутной. После мы делаем аппаратную процедуру, в частности электрофорез, по гелю тонизирующему. Гель тонизирующий – это тоже очень интересный наш препарат, причем он уже такой давнишний, проверенный. Чем он интересен? Тем, что он содержит все три известных и необходимых нам витамина, то есть витамин А, витамин С и витамин Е, которые находятся в нем в биодоступной форме. Кроме того, он содержит соли озера Островного, то есть рапан, соли рапан, которые повышают электропроводность геля и сами по себе еще обладают стимулирующим и рассасывающим действием. Поэтому очень хороший препарат для электрометодик на лице, препарат выбора при РФ-терапии, при микротоковой терапии. Очень хорош. Вот. Ну и в частности, здесь я предлагаю сделать ее на форез, электрофорез. Дальше мы остатки геля смываем и наносим сыворотку Миорелакс на область мимических морщин. Помним, что она содержит пептид аргирелин с ботулиноподобным действием. То есть это вокруг глаз, это лоб, это носогубные складочки. Там область, может быть, кисетных, если у кого появляются морщинки. Впитываем. Сыворотку 3D-увлажнения мы наносим на все остальные части лица. Естественно, можем заходить на область нанесения, где впиталась уже сыворотка Мирелакс, то есть послойно, зонально-послойное нанесение. И наносим альгинатную маску. Альгинатную маску для закрепления, так сказать, результата. Вот, можем альгинатную маску заменить на коллагеновый лист. Экспозиция 20-30 минут. Снимаем. И после наносим на остатки сывороток, которые мы можем дополнительно легкими движениями бить в кожу, защитный крем. Такие процедуры тоже проводятся стандартным курсом 8-10 процедур 1-2 раза в неделю. Лучше 2, чем 1. Вот. Либо как экспресс-процедура на выход. Следующий вариант у нас для проблемной кожи. Что мы можем делать? Да? Ну, естественно, когда человек с проблемной кожей приходит, мы подбираем ему терапию, но исходя из характеристик его высыпаний, да, какие у него там папулезные, папулопустулезные, или просто комедон, или просто жирная кожа с расширенными порами и так далее, да, с единичными высыпаниями. По характеру этих высыпаний, соответственно, и подбирается терапия, как правило. Если у клиента кожа позволяет сделать ему какую-то косметологическую кабинетную процедуру, то, как правило, сначала это, конечно, будет чистка, либо травматичная, либо комбинированная. Вот чаще всего, да, кожу в порядок привести. Если у него, конечно, высыпания выражены, мы сначала их лечим, а потом уже приступаем к кабинетным процедурам, как я уже об этом упоминала. Значит, что мы можем предложить клиенту с незначительным количеством высыпаний, жирной кожей, у которого после лета обострилось вот это все состояние? Да? Естественно, очищение, поверхностное, гель, тоник берем для жирной кожи, который содержит гомомелис, противовоспалительный компонент, который содержит соли озера Островного. Дальше он не содержит спирта, никакие наши продукты не содержат спирта. Вообще спирт в средствах для жирной кожи, только мы все знаем, конечно же, на всякий случай напомню, что провоцирует только активность сальных желез, поэтому спирт и спирт, содержащий какие-то лосьоны и так далее, мы из обихода человека, обладателя жирной кожи или проблемной кожи, должны убрать. Только для локального нанесения, прижигания там чего-то могут спиртсодержащие препараты использоваться. Значит, наносим энзимную пектиновую маску, делаем легкий массаж в течение 10 минут, потом можно немножечко еще добавить, положить под пленку, чтобы было полноценное такое гидрирование. Общее время экспозиции, как правило, не превышает 15 минут. Потом
После того, как мы сделали холодное гидрирование, мы можем провести процедуру ультразвукового пилинга. Напоминаю, что по самой энзимной пектиновой маске мы непосредственно ультразвуковой пилинг не делаем, а делаем мы его по лосьону или гелю для дезинкрустации, или я еще иногда люблю смешать их один к одному, лосьон и гель для дезинкрустации, и получить такой легкий-легкий гель. То есть и брызги летят от скрабера. Да? Вот. И, соответственно, такая легенькая совсем текстура не течет. Удобно кисточкой наносить. Соответственно, мы вот освободили лобик от пленочки, да, стерли влажными салфеточками, влажными спонжами энзимную маску, нанесли вот этот вот или легкий гель, или лосьон для дезинкрустации кисточки и пошли чистить скрабером. Вот, то есть при необходимости дальше мы можем дочистить уже вручную. После этого мы смываем все, протираем кожу тоником для жирной кожи и делаем процедуру ультрафанофореза по гелю для жирной кожи. Гель для жирной кожи у нас тоже содержит противовоспалительные компоненты и содержит серум. Вот, содержит ее поменьше, чем Дерматен. То есть он предназначен именно для жирной кожи, которой требуется себорегуляция и профилактика воспаления, а не проблемная кожа. Вот. Но очень хорошо работает он в процедурах именно аппаратных, поэтому мы вводим его ультрафанофорезом, то есть ультразвуком 10 минут, после остатки снимаем. И далее как раз, особенно если мы почистили, оставили какие-то микротравмы, я вот советую, как я уже рассказывала, на основе геля для сухой нормальной кожи Нео с дегидрокверцетином, с комплексом растительных экстрактов, вот арника, мальва, бузина, огурец, там очень хороший подобранный состав этого комплекса, сделать маску на основе тканевой масочки, такие вот есть из спанлейса с прорезями для рук, для глаз и носа. Вот, наносим таким средним слоем гель. После этого наносим эту маску, пропитываем ее лосьоном концентрата Нео. Если лосьоном концентрата Нео у вас нет, да, или это очень дорого для этого пациента, в принципе, для пропитывания, учитывая, что гель для сухой нормальной кожи уже работает на коже, в принципе, вы можете использовать тоник с гидролизатом коллагена алоэ вера именно для пропитывания маски, чтобы получился влажный компресс. Сверху махровое полотенечко и на 20 минут. Когда вы ее снимете, увидите, какое чудесное будет преображение. Кожа будет фарфоровая просто. Вот. Соответственно, после снятия этой маски мы прямо этой влажной масочкой остаточки все снимаем, можем сухой салфеточкой промокнуть и наносим дальше завершающий финальный крем. Либо увлажняющий, который подходит для всех типов кожи, даже жирный, да, потому что он легкая эмульсия, либо наносим Дерматен. Так, какой-то у нас вопрос. Так, Наталья спрашивает, вы смешиваете лосьон и гель для дезинкрустации в емкости? Нет, конечно, или непосредственно на коже? Конечно, в емкости. Я просто пару нажатий, допустим, геля, пару нажатий лосьона и смешиваю в маленькой плошечке, и после этого оттуда уже кисточкой наношу. То есть получается такой легенький-легенький гель. Вот. Но иногда я обхожусь просто лосьоном. Просто лосьон наношу и по нему работаю скрабером. Вот. Если же вы делали холодное распаривание просто на геле для дезинкрустации, то вы по нему можете и скрабить. То есть не смывать его, а прям по нему, либо сверху чуть-чуть наносить лосьон, если любите, когда брызги летят, да. Вот, и пациенты любят такой, чтобы визуально все это было видно, да, то вы можете прям по нему и работать. То есть не смывать. Это энзимку мы смываем, потому что она содержит кислоту, и мы по ней скрабером не работаем. Вот. Курс, соответственно, чистки такие мы делаем с периодичностью раз в неделю или раз в 2 недели, зависит от того, какие показания. Да? Мы можем сделать один раз эпизодически, да, потом человек уходит на домашний уход, если у него особых проблем таких не было, и ходит к вам потом на чистку раз в месяц. Вот такой вариант. Соответственно, вот теоретическую часть касаемо протоколов кабинетных я вам озвучила. Какие-то, если еще вопросы возникают, не забывайте их задавать. И в заключение домашний уход, да, какой мы с вами подберем, чтобы у нас кабинетные процедуры имели более длительный эффект. Опять-таки, очень хорошо домой клиенту продать полноценное очищение, то есть гель очищающий наш, тоник либо с гиалуроновой кислотой лосьоном, либо в случае проблемной кожи для жирной кожи тоник, либо
Очень советую для тоничной, тусклой кожи, для возрастных и не очень возрастных, но фотоповрежденных клиентов. Очень хорошо вместо тоника использовать лосьон-концентрат Нео. Потому что это препарат, который, как я уже говорила, содержит дигидрокверцетин, причем в самой большой максимальной концентрации, да, по сравнению с остальными двумя еще препаратами из серии Neo, плюс вот этот комплекс экстрактов, и очень хорошо выраженно тонизирует кожу. Тонизирует, в смысле, оживляет очень хорошо цвет лица. Поэтому его, о нем не надо забывать, и его в качестве тоника очень хорошо использовать. Я сама его люблю, честно говоря, в качестве тоника использовать. Вот, очень мне он нравится. Тут поступил вопрос от Натальи. Если будет время, расскажите еще о вариантах создания дешевых коллагеновых листов, масок, напитываний с препаратами Гельтек. Ну, вот этот вот так называемый дешевый коллагеновый лист, это маски, которые вот из... У меня ее под рукой нет, да, но вот есть вот такое вот полотно, да, вот это вот, которым у меня дерматоскоп от пыли накрыт. Вот такие есть масочки с прорезями для глаз и для носа. Вот. И мы можем на основе вот этой, вот этих наших гелей по проблеме подобранных делать вот эти маски, которые являются разновидностью масок с элементами окклюзии. То есть это такой, как бы, ну, компресс, грубо говоря, получается, влажный, холодный. Не очень холодно, если сверху положить полотенчико махровое, да, не забываем это делать, потому что клиенту будет приятнее, когда вы сверху положите сухое полотенце, потому что высыхая, испаряясь вот эта влага, она все-таки такой прохлад на коже создает, который не все любят, поэтому сверху мы еще полотенчиком накрываем. Значит, смотрите, если у нас проблемная кожа, мы можем делать вот заживляющие маски на основе геля серии Neo. Мы можем делать такую же маску на основе геля для жирной кожи. Кроме того, мы можем брать, допустим, какие-то другие препараты, да, по проблемам. Мы можем, допустим, взять сыворотки какие-то, нанести зонально, там та же самая актив лифтинг, миорелакс на область мимических морщин, 3D увлажнение на всю остальную часть лица сверху. Более плотным слоем, допустим, положить гель, тот же самый, чтобы не удорожать процедуру, да, допустим, для зрелой кожи взять. Если она склонна к раздражениям, то форма 1. Если просто требует какого-то, да, воздействия увлажняющего, витаминного, то форму 2. И точно такую же сделать маску. Единственное, что, конечно, если вы хотите выраженный именно ранозаживляющий эффект и эффект восстановление цвета, то, конечно, это препарат выбора, это серия Neo. Вот. А если вы, например, с проблемной кожей работаете, то можете делать на основе геля для жирной кожи и даже на основе Демотена такую маску. Вот. Принцип: средним толстым таким слоем нанесли гель, сверху эту маску, пропитали ее тоником соответствующим, да, и после этого оставили на 20 минут под махровым полотенчиком время экспозиции. Вот, очень хорошо работает. Фактически по эффекту сравнимо с коллагеновым листом настолько, что я в последнее время предпочитаю даже их чаще делать, чем делать коллагеновый лист. Вот так вот. Потому что активные препараты используются, сыворотки, гели, и они работают настолько хорошо под этим компрессом, что, в общем-то, надобности в коллагеновом листе нет. Альгинаты – это немножечко другая тема, конечно, потому что окклюзия за счет того, что вот эта маска, она сокращается на коже, да, в процессе экспозиции, она хорошо закрепляет лифтинг какой-то. Если вы сделали пластический массаж, если вы сделали микротоковую процедуру, да, то, конечно, альгинат в конце такой процедуры предпочтительнее. Вот. А если вы хотите просто поработать с качеством кожи, без выраженной такой подтяжки, то вот эти вот маски тканевые – это замечательный такой выход из положения, тем более себестоимость получается совершенно смешная. Вот. Значит, что у нас домашним? Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Если что, спрашивайте еще. Значит, по поводу дальше домашнего ухода. Не бойтесь, как я всегда говорю, продавать профессиональные препараты в домашний уход, потому что пациенты не убегут от вас. Они, наоборот, будут благодарны. Но вы пролонгируете эффект ваших процедур. Если вы адекватно подберете домашний уход, не будет такого, что в кабинете вы привели кожу более-менее в порядок, а потом она 3 дня мазался там чем-нибудь
не очень хорошим, не буду называть, как говорится, имена цвета банок. Вот. К сожалению, ваш весь труд будет напрасен тогда. Поэтому, если у нас подобран хорошо домашний уход, то пациент к вам всегда вернется с благодарностью. Потому что у него кожа придет в норму, он будет ее поддерживать у вас, он будет что-то новое у вас делать, да, такое, вот, а не будет говорить, что ваша косметология бесполезная, занятие и отъем денег. Значит, смотрите, для ликвидации гиперкератоза очень хорошо в домашний уход назначать энзимную пектиновую маску, вот. Но она немножечко, конечно, осветляет кожу, поэтому те, кто загорали и прямо очень хотят сохранить этот свой загар, должны иметь в виду, что будет осветляться немножко загар этот, поэтому об этом тоже надо помнить. Значит, мы ее назначаем при жирной коже комбинированной 2 раза в неделю, как правило, вечером после поверхностного очищения на 15 минут. Потом смыть и дальше нанести средство свое, которое обычно вечером наносим. А для сухой кожи 1 раза достаточно для того, чтобы предотвращать гиперкератоз. Препараты, которые мы будем использовать оптимально вот днем и вечером, да, при работе с кожей, которая подверглась интенсивной инсоляции. Так, Наталья написала, что ответ на вопрос не услышала, пропал звук, как плохо-то. Ну, давайте я еще раз повторю кратенько по поводу масок тканевых. То есть мы используем любой фактически гель по проблеме, который мы можем подобрать. Соответственно, для проблемной кожи можем использовать для нанесения дерматен, либо гель для жирной кожи. В случае атоничной тусклой кожи, возрастной кожи или невозрастной, но фотоповрежденной, серия Нео предпочтительнее. Вот, можем использовать сыворотки интенсивные воздействующие, да, то есть миорелакс, актив лифтинг, 3D увлажнение, интенсив омоложения, а на них класть уже толстым слоем, допустим, если кожа склонна к воспалениям, раздражениям, это гель для зрелой кожи форма 1. Если кожа просто нуждается немножечко там в витаминах, немножечко тургор-тонус нарушен, то значит достаточно геля для зрелой кожи форма 2, если выраженной тусклости от Ани нет. Вот. И после этого мы пропитываем тоником, допустим, чаще всего тоником с гидролизатом коллагена алоэ вера, эту маску, да, и накладываем махровое полотенчик, чтобы клиенту было комфортно. Наталья, вы меня сейчас услышали? Поставьте единичку или скажите что-нибудь. Я надеюсь, что услышали, но можно будет архив вебинаров посмотреть, когда он будет в записи, и все подробно послушать. Вот так используются тканевые маски. Вот. Понятно. Значит, Наталья, если даже не услышали, 2 раза я рассказала про тканевые маски, на ваш вопрос ответила, попробуйте, будет выложен буквально через несколько дней этот вебинар в онлайн, можно будет посмотреть. Значит, мы продолжим дальше по поводу ухода дневного, да, потому что у нас уже время, да, идет. Значит, крем увлажняющий как идеальное защитное средство для любой кожи. Почему идеально, да? Потому что эта эмульсия легкая подходит, в принципе, и для жирной кожи, и для сухой, и для комбинированной, то есть для любой можно его использовать. Также можно под него, естественно, активные концентраты и сыворотки использовать. Ирина спрашивает, будет ли запись вебинара? Конечно, будет. Сразу после вебинара, практически в течение нескольких дней, выкладывается в разделе обучения его запись. Так что не волнуйтесь, кто чего-то не услышал, у кого какие-то перебои с интернетом, ничего страшного. Значит, на вечер для такой кожи, которая подверглась интенсивной инсоляции, мы предложим средства с большим содержанием антиоксидантов, витаминов. Поэтому мы выберем гель тонизирующий. Поэтому мы выберем препараты из серии Neo. То есть это лосьон-концентрат Neo в качестве тоника. Это либо как средство под гель наносящийся, либо гель для зрелой кожи Нео, либо гель для сухой нормальной кожи Нео, а также содержащие эластин, витамин С и другие полезные ингредиенты. В частности, форма 1 содержит алоэ вера, да? Форма 2 содержит антиоксиданты, экстракт планктона и зеленого чая. Это гели для зрелой кожи. То есть наши старые добрые гели для зрелой кожи, их тоже можно использовать в качестве ночных
интенсивно увлажняющих средств. И активные препараты, которые мы можем использовать тоже в домашнем уходе прекрасно, это сыворотки наши все. Это маска акваудовольствия, как я уже говорила, ее можно использовать как для профилактического ухода, то есть там раз в неделю, допустим, или два вечером на очищенную кожу. А можно использовать интенсивным курсом через день, точно так же вечером на очищенную кожу, через день маску акваудовольствия толстым слоем на 15 минут, потом смыть и нанести другое свое увлажняющее средство, да, вечернее. Также не забывайте об уходе за областью вокруг глаз, гель для кожи вокруг глаз, который содержит пептид, тоже асерил, который снимает отечность, но и в комплексе вместе с экстрактами петрушки, солодки и одуванчика он прекрасно еще убирает пигментацию. Ну, то есть такой темные круги, вот если выражены, они становятся светлее. Вот. Но мы помним, конечно, что темные круги это зачастую бывает просто очень тонкая кожа, через которую просвечивают сосуды. Естественно, пока эта кожа не станет немножечко толще, сосуды так и будут просвечивать. Но когда есть именно пигментированность этой зоны, то они работают хорошо, как осветляющие агенты, эти экстракты. Вот. Также можно из геля для кожи вокруг глаз делать пэтчи. Такие вот на ватные диски наносите небольшое количество, буквально один пшик, размазываете этот гель и минут на 10 на глазки, чтобы они отдохнули, чтобы тоже снялась отечность, тоже очень хорошо работает. Гель антикуперозный, естественно, мы будем использовать при каких-то нарушениях микроциркуляции, при начальных явлениях купероза, проявлениях, да, при начальных явлениях розации. Ну, естественно, как я уже говорила, при выраженном куперозе, да, когда нужно уже патологически расширенный сосуд просто удалять, да, мы уже, конечно, средствами для поверхностного нанесения его явно не уберем, но мы зато будем осуществлять профилактику возникновения новых таких вот патологически расширенных сосудов. И, кроме того, антикуперозный гель за счет дмая хорошо лифтингует кожу, поэтому его можно использовать и как антиэйдж препарат. Вот, гель интенсив регенерации мы будем использовать, ну, чаще всего, если мы проводим курс пилингов, да, то в постпроцедурном, межпроцедурном уходе его назначаем. А также при коже, которая получила солнечные ожоги, для ее быстрейшего восстановления. Вот, для проблемной кожи, еще раз озвучу эту схему, в начале вебинара я о ней говорила. Это гель Доматен и гель пектиновый в комбинации, да, друг с другом. А из активных концентратов мы можем выбрать либо сыворотку 3D увлажнение, если у нас нет выраженных высыпаний, но есть обезвоженность. А если есть обезвоженность и сильно снижен кожный иммунитет, то выберем интенсив омоложения, который содержит помимо гиалуроновой кислоты еще и бета-глюкан. Вот так вот, наверное, я всю теоретическую часть нашу завершу. И с удовольствием выслушаю, если есть какие-то вопросы. Напомню, что вебинар можно будет посмотреть в записи, буквально там через в течение нескольких дней он будет выложен. Кроме того, напомню, что у нас предстоит очный семинар 21 сентября. Кто имеет возможность находиться в Москве, да, и посещать очные наши бесплатные семинары, то милости просим, буду рада вас видеть в 11 утра у нас в Гильтеке. Вот, будем разговаривать и показывать, и рассказывать о микротоковой терапии. Вот, жаль, что у некоторых пропадал звук, Наталья, но все будет нормально, вы сможете посмотреть его в записи. Вот, кроме того, можно файлы из презентации скачать внизу, вот есть у нас PDF, который можно себе скачать. Если больше вопросов нет, жду еще, может быть, что-то появится, то заходите к нам на сайт в раздел обучения, приходите. Полезна ли была информация, скажите мне, как. Может быть, что-то еще у вас какие-то есть пожелания, мы их всегда будем учитывать. Пишите нам ваши пожелания. Вот. Ну, если вопросов нет, сейчас мы проверим. Вопросы у нас закончились вроде бы. Вот, тогда я со всеми потихонечку прощаюсь. Всего вам доброго.